пишем. Пошел? Угу. Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». И сегодня я покажу вам очень полезное видео. Это будет классный лайфхак с обычными яйцами. Я, например, не понимаю, почему варишь яйца, иногда скорлупа к ним прилипает, они очищаются просто очень плохо. Иногда яйца чистятся хорошо, причем независимо от того, ставишь ты их под холодную воду после варки или нет. Не знаю, от чего это зависит, от, может быть, от сорта яиц или от времени, непонятно. Но я все-таки нашла прием, как варить яйца так, чтобы они очищались довольно легко. Сейчас я вам покажу. Нам понадобится обычная иголка. Но иголку для шитья использовать не очень удобно, и поэтому я предлагаю брать вам вот такую вот канцелярскую кнопку. Думаю, что такие кнопки есть в каждом доме, если вдруг у вас такой нет, то их можно купить, они все равно вам пригодятся для каких-то других дел. Просто берем эту канцелярскую кнопку и прокалываем яйцо с плоской стороны. Прокалывать сильно глубоко не нужно, нам главное, чтобы под скорлупу попал воздух. Пожалуйста, не бойтесь, ничего не вытечет, яйцо останется целым. Теперь складываем яйца в холодную воду и варим, как обычно, на медленном огне до закипания и потом еще примерно минут 5-7. Кстати, я никогда не варю яйца долго, потому что мне кажется, что у переваренных яиц желток получается резиновый и невкусный. Поэтому 5-7 минут после закипания вполне достаточно. Сваренные яйца сразу же перекладываем в очень холодную воду и даем им так полежать примерно минут 5, можно чуть побольше. Достаем яйцо из воды и начинаем очищать. Вы сразу увидите, как легко скорлупа отстает от яйца. Совсем не так, как при обычной варке, когда мы яйца в холодную воду не кладем и когда иголкой не протыкаем. Иголка точно работает, я проверяла уже много раз. Стоит только один раз попробовать, и вы сами убедитесь, что этот способ очень классный. Вот здесь вот хорошо видно, как кожура легко отстает от яйца. Друзья, посмотрите, как легко и быстро можно почистить сваренное яйцо вот этим вот способом. Конечно, скорлупа немножко все-таки прилипает, яйцо не идеально ровное, но оно намного ровнее, чем если бы мы просто варили яйца в кипятке, не использовали бы иголочку и не обдавали бы яйца холодной водой. Уверена, что этот лайфхак вам пригодится для многочисленных салатов или просто для каких-то других блюд с яйцами. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.